На месте. Отлично. Мы приветствуем Ларису. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она готова. Хорошо. Я даю команду. На счет три сканер начинает сканировать пространство над головой Ларисы под ногами. Один, два, три. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ларисы. Находит все. Она говорит, подожди, не торопись. Что ждать? Руки да ноги связала мне, но не на руках. Правда, далеко как-то одна от другой, но перевязаны веревкой они. Руки, да? Запястья и ноги, да. Ноги близко друг к другу связаны тоже. Хорошо, Влад, разрежь. На ногах и на руках эти веревки. И отправь их в клетку-тюрьму. Готово. Выстраивай каналы от этих веревок. Два канала. Один, два, три. И притягивай ответственного в клетку-тюрьму, где бы он ни находился. Без. Без. Хорошо. На ком паразит говорит. На кого? На без. Она говорит. Она говорит на него. Хорошо, паразит без. Итак. Считай цифры у него над головой, Вера. Скан идет. Продолжается. Ждем остальных. Без А8. Хорошо. Инсектоид. Инсект, хорошо. Гуманоид. Хорошо. Дальше. Арахноид. Кто-то мимикрирует? У меня есть один еще канал. Сущность проявляется в клетке тюрьме. Снимаются все маски и голограммы. Космический дракон, что ли? Космический дракон. Не, я имею в виду канал космическому кому-то идет. А, понятно. Хорошо. Он не проявился, Вера? Он мимикрирует. То синий, то красный. Отлично. Направляя на него печать семи архангелов, мощнейшим ударом сжигая эту голограмму, сущность отлетает в другой конец клетки. Один, два, три. Удар. Это дракон. Он какой-то как конек-горбунок. Снимаются все маски, голограммы. Сущность перестает согласно своему эфирному коду ДНК. Это не голограмма, но он какой-то видоизмененный. Считай цифры над головой этой сущности. 32-41. 32-41. Ты решил со мной поиграться, дракоша? Я тебе сейчас эту охоту быстро отобью. У него, знаешь, большая такая грудь, как у индюка, три головы. Три головы даже. Да, и лапы такие, как у курицы. Кто ты такой? Достаю печать дракона. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Уменьшаю дракона в два раза. Да будет так, а так и есть. Пошел удар. Ну, он что-то... У него бульканье, какие-то хрюканья идут, но он... От него даже информации никакой не идет. Хрипит он. Ставим маячок, зеленый-красный. Если это органический зеленый, неорганический красный, какого цвета маячок? Зеленый. Хорошо, возвращаю ему назад его размер. Я второй раз тебя спрашиваю, сущность. Ты будешь коммуницировать или я тебя отправлю сейчас в галактическое ядро? Да, он будет коммуницировать, потому что у тебя печать дракона. Только поэтому? Да. Хорошо, а у меня еще есть много других печатей. И энергия. Энергия атмана появляется в моих руках. Один, два, три. Засуну тебе ее в пасть. Он удивлен. Чем ты удивлен, паразит? Экипировкой. Значит, у меня уровень такой, который мне позволяет носить такую экипировку. Ты серьезно попал сегодня, дракон? Во-первых, ты здесь мимикрировал, ты не вышел сразу. Это у меня считается серьезным наказанием. Ты хотел меня обмануть? Пожалеешь. Хотел. Хорошо, отлично. Итак, у нас бес, 8-герцовый, инсектоид, гуманоид. Гуманоид, откуда ты? А вот гуманоид на голограмму похож. Отлично, выстраивай от голограммы канал к ответственному. Один, два, три, все, кто с голограммой связаны, на счет три стоят в клетке тюрьме, где бы они ни находились. Один, два, три, да будет так, а так и есть. Два Грея. Что? Два Грея? Два Грея с пультом в руках. Пульт уходит в соседнюю клетку. Грей получает каждый удар по 100 000 герц. Пошли удары. Один.
Один робот, по-моему. Хорошо, ставим маячок над роботом. Красный загорается. Да, есть. Отлично. Открывается под этим роботом портал в галактическое ядро. Он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. И уже один Грей остался. Да, жертвует одним Греем. Хорошо, Грей. Ты уйдешь вслед за ним сегодня. Ради технологий. Нет, не ради технологий. Ты? Я не могу тебя умной сущностью назвать. Ты должен был сделать ментальный запрос в свою цивилизацию и посмотреть протокол. С кем ты такое делаешь? Ты этого не сделал. Получается, что не он это делает. А кто это делает? Его цивилизация ради технологий. Хорошо. Предупреди свою цивилизацию, что я прекращаю с ними любые взаимоотношения и начинаю вас уничтожать. Открывается перед Греем портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Грей готов уходить? Нет, он не готов уходить. Закрывая портал в галактическое ядро, почему ты не хочешь уходить? Ты нарушил все договоры, все. Контракта больше с вами нет, договора. Он говорит, что меня никто не спрашивал. Хорошо, меня это не интересует. Если Грей с кем-то еще связан, притягивай его в клетку тюрьму. 1, 2, 3. Его начальник, кто давал приказы, пусть притянется. Он ни с кем не связан. Он недавно, он проверял вот этого гуманоида. Как долго ты находился в этом биополе? 9 месяцев. Недавно? 9 месяцев? Ладно, хорошо. Новая технология. Испытываем на людях. Все сожгу сегодня, все. Вытащу назад, и если там хоть микрон будет, его ДНК или других вещей, которые я назову, ты сегодня будешь очень бледно выглядеть, Грей, хотя ты и так бледный. Он говорит, что они испытывали любовь вот этого гуманоида, который там стоит, голограмма. Он пультом увеличивал, уменьшал степень раздражения к любимым людям именно. Именно к любимым людям, а и также к любимым они собакам. Они испытывали любовь. А, ну, вот да. Как, хорошо. Ну, ты знаешь, ты сегодня перешел все грани. Я сегодня хочу посмотреть, я перепрограммирую этого гуманоида сегодня и на тебе испытаю. Вот это ты сегодня понял, получишь. Потому что у них нет таких чувств. Хорошо. Вот ты их почувствуешь на себе на физическом плане. Вот ты лежишь в этой ванне на своем корабле или на своей планете, а прочувствуешь это там. У этого гуманоида есть какая-то пластина чувствительности. Разберемся. Хорошо, Вера. Давай. Все. Поехали дальше. Какая-то веселая у нас сегодня компания. Переходим к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Ларисы спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственность за чужой страх, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Так, Арахноид, как долго ты находился в биополе? 2 года находился. Где подцепился? В квартире или где-то было в другом помещении? Там, в доме. Там, где она живет? Сейчас? Да. Понятно, Арахной. Значит, у тебя есть что-то еще в этом доме. Ты там присутствуешь? Везде. Что везде? Присутствует во всем доме, везде. По всем углам. По всем углам. Да, мы говорили. Ларисе надо чистить квартиру, потому что... Хорошо, ждем реверса. Энергии. Дракон, как долго ты находился в биополе? Я сейчас, подожди, я застряла на этом гуманоиде. Давай. То есть у нас идет реверс к Грею, а вот к этой голограмме не идет. Сейчас сделаем. Выстраивай канал от Ларисы к этому гуманоиду 1, 2, 3. И мощным потоком эти гуманоиды и Грея с ним связаны. 1, 2, 3. Пошел мощнейший поток. Все негативное и патогенное назад. Посмотри, что там идет. Вибрации идут. То есть у него вот эта пластина, которая в нем стоит, она определенные вибрации контролировала. Эмоции, пропускала через чувства. Себя, да. И вот этим пультом он их увеличивал, уменьшал. Не, ну это уже перебор, Грей. Это перебор сегодня. Я тебе серьезно говорю, это перебор, то, что ты сегодня придумал. И то, что тебя послали, это самоубийство. Во всяком случае, я сегодня тебя буду сдавать в межгалактическую полицию. Ты слышал о такой организации? Ну, он слышал, он кивает просто. Ты перешел границы, которые... Ты не просто воровал энергию. Ты воровал чувства и ими манипулировал.
Он не воровал, он их изучал. Он изучал, как можно их... Ты изменял ее эмоциональное состояние. Это факт. Изменял. Любовь — это очень сильная энергия, и мы изучаем ее такими зачем методами. Зачем вам такое изучать? Регулируем вы и контролируем. Вы понятия не имеете о любви. У вас нет. Именно такой... поэтому мы должны знать больше. Зачем вам знать, если вам вы это применить не можете? Вы не можете любить. Вы не любите вообще никого. Вы не знаете этого состояния любви. Мы изучаем людей. Грей, скажи мне, ты кто вообще такой? Лаборант? Военный? Кто ты? Больше военный. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса с, в первую очередь, с голограммы. Энергия 1, 2, 3. Потоки пошли, усиливая их в 100 раз. Я редко встречал Грея без гуманоида, рептилоида. Почему? Почему ты Потому сам? Потому что мы не откачиваем энергию, мы изучаем. Ладно, если бы изучать... Процесс изучения. Ты понимаешь? Когда мы будем применять, мы будем с рептилоидом. Понятно. Когда вы будете применять, если еще этот момент наступит? Тут еще вопрос. Человечество тоже не стоит на месте и развивается. Ты понимаешь, если бы ты проводил свои изыскания, свои научные работы без вреда для этого человека, для его души, я бы с тобой разговаривал по-другому. Но сейчас ты для меня ничем не лучше гуманоида. А к ним я вообще отношусь как к самым последним паразитам, которые есть только вообще во Вселенной. Они даже и ящеров перепрыгнули, с которыми мы очень часто здесь встречаемся. Так что, Грей, сегодня будет разговор, конечно, по поводу твоих изысканий на другом уровне. Готовься отвечать за свои поступки. Реверс закончился, и к ней зеленые энергии возвращались. Энергии сердца? Уран. Уран. Хорошо, душа с урана. Значит, Грей, ты воровал энергию урана. От голограммы пошло? Я воровал. Да, от голограммы. И потом я посмотрела, у всех был как нитка такая внутри. Вместе с другими энергиями. Он не воровал их. Он их преобразовывал, как он говорит. Он их перерабатывал. Чтобы их перерабатывать, ты должен был сначала засунуть в эту голограмму. Если ты засунул их в голограмму, эти энергии, значит, ты их украл. Он их там трансформировал, что ли. То есть он мне показывает в этом гуманоиде, там стоит такая полоса вертикально, и она вся вибрирует, то есть в вибрациях. Через нее он пропускал, ну, типа, любовь, уменьшал, увеличивал, до апатии доходил. То есть он регулировал вот этот уровень и проходила дальше она. Мне нравятся мне эти ваши разработки, Грей. Я буду разбираться с этими делами. Хорошо, как у нас с реверсом? Все вернулось? Закончено, да. Хорошо. Так, Бес, сколько ты находился в этом биополе? Когда ты зашел вообще? Бес говорит, я, меня спрашиваешь. 8 месяцев как зашел. 8 месяцев. Это как раз был тот момент, когда в декабре. Вот о нем она и писала, что у нее появилась эта раздражительность. Это связано было со страхом или какими-то переживаниями? Нет, он позже зашел. Хорошо, Бес, объясни мне, январь. Как ты... Январь. Январь. Хорошо, объясни мне. А кто в декабре пришел из сущности? Дракон, сколько ты находился в биополе? Грей пришел. Грей. Так он же вроде... А, 9 месяцев как раз и есть. Вот, с чего все началось. Вот это да. Хорошо, Бес, объясни мне, на какую частоту ты зашел? На раздражение. На раздражение, понятно. А дальше больше? Дальше пошло, конечно, да. Но раздражение... Он ругается красиво, ты бы слышал. Всех посылает. О, это ж, это музыка в твоих ушах, насколько я знаю, да? А вот этими веревочками он и дергал. Понятно. Хорошо, Бес, ответь мне на вопрос, есть ли лярвы в биополе Ларисы? Есть, не счесть. Ты хочешь меня попросить, после того, как ты все снимешь, эти лярвы забрать? Я заберу, избавлю тебя от лишней работы. А вот как, ты мне помогаешь работать, понятно. Они, я делаю жест доброй воли и отдаю Бесу лярвы, которые я могу одним словом вывести и сжечь. Он кивает, он так разговаривает, как будто мурлыкает. А что так мурлыкаешь? У тебя такая специализация? Нет, он доволен. А, он в этом звезда себя ведет.
Ну да, конечно, хорошо. Так, давай начнем тогда с тебя, без выходи. Снимай все свои. Что-то еще осталось в твоем биополе, в ее биополе, у Ларисы, твоих. Я веревки-то разрезал, в принципе. Осталось. Давай, выходи. Вытаскивай все и прямо на месте докладывай мне, что ты все снял. После этого дам тебе команду. Что у меня колени горят. От чего? От него? Да, энергия его. Забирай все. Говорит, поболят и перестанут. Ну, сейчас уже, когда ты заберешь, так они точно перестанут болеть. А после лярв так вообще. Хорошо, разрешаю тебе забрать все лярвы. Все забирай и говори, где они находятся. Приступай, ничего не забывай. Подожди. Он снял все. Я сейчас, подожди, до ляр дойдем. Он показывает у нее внизу под ногами, где-то около метра под ней. Угу. Воронка. Ну, откуда он она говорит, там? Что еще чуть-чуть и затянет ее. А я знаю, что случается, когда воронка затягивается. Вот так близко но она не уже... моя это. Я понимаю. Хорошо, Вера. Воронка подсвечивается, ты ее видишь? Отправляю ее в клетку-тюрьму. Блуждающая воронка. Блуждающая. Хорошо, под этой воронкой открывается портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Ждем, пока бес заберет лярвы. Значит, низ живота у нее, поясница. Лярва начинается на языке. Лярва на языке только от злословия бывает. Не так ли, бес? Мои веревочки работают в деле. Хорошо, нет, это я говорю для Ларисы, чтобы она была в курсе. И на ногах у нее лярвы, на ступнях убирает. Сильное, конечно, воздействие. Если всех вместе посчитать. А бес говорит, может, отпустишь меня? Ну, ты уже все собрал, да? Да, нечего. Подожди. Мне в таком заряженном месте сидеть. Я понимаю. Мне все равно надо, подожди, чуть надо рассинхронизировать все и произвести проверку. Инзиктоид, выходи, вытаскивай все, что ты оставил, свой инкубатор вытаскивай. Он у тебя там в животе стоит? В животе. Давай, вытаскивай все. Жидкость отсасывай, ничего не забывай. Он у нее под ребрами давит, он ей. Да. Сколько ты находился в биополе, инзиктоид? 1 год, 2 месяца. 1 и 2 месяца. Хорошо. Ты в квартире присутствуешь где-нибудь? Нет, он не присутствует. Он все снял. Хорошо. Так, у нас остался Грей. Выходи. Отключай голограмму. Вытаскивай ее, конструкцию вернее. Но она как такими присосками приделана. Хорошо. Изнутри. Смотри. Да. Присоски он снимает, и информация идет, что все, что больше всего она любила, на то и действовала эта конструкция. Кошмар. Самые большие привязанности. Готово. Вот это да. Все, арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, все, что ты оставил, все свои иголки, ничего не забывай. И докладывай мне готовности к проверке. Для всех, говорю, проверка будет несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет, он по каналу просто сгорит в этой клетке. Это в ваших интересах. Но он очень быстро собирается, из головы вытаскивает иголки, ну, сворачивает свой. Они шустренькие. Свою нитку эту сворачивает. Да. Скатывает. Дракон, как долго ты находился в этом биополе, горбунок? 4 года. 4 года. В квартире Рахман ты закончил. Понятно. Хорошо, дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, отключайся. Ничего не забывай. Доклады о готовности к проверке. Аккуратно вытаскивай. Аккуратно снимай, дракон. Аккуратно, если ты не хочешь дырку получить. Я вообще не могу понять, откуда ты, дракон? Мы вообще такого театра не наблюдали, чтобы драконы перед нами здесь такое вытворяли. Ты к какой цивилизации относишься? К какому виду драконов? Говорит, драги. Ну, драги вы все, это понятно. Есть синие драконы, есть красные драконы, есть белые драконы,
Есть черные драконы. Ты к каким относишься? Ну, по цвету он такой салатовый, зеленый какой-то. Зеленый. Желтый. Угу. Зелено-желтый такой. Ну, причем голов... у него разные такие переливаются цвета у него. А чего у тебя цвета переливаются? Ты к какой-то старой расе относишься или к новой? Чешуя у него. Потом он переливается. Угу. Снял он все. Хорошо. Включай внутренний белый свет Ларисе. 1, 2, 3. И Лариса выдавливает из себя все энергии, остаточные энергии, находящиеся на частоте. Биополе, вся жидкость, все на их частоте выходит и формируется в шар. Но есть небольшой, но плотный такой шар. Конечно. Открывается под ним портал галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Я даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Готов. Хорошо. Подхожу. Все чисто? Да. Подхожу к Ларисе, кладу руки на плечи и помогаю моей энергии сделать импульс высоковибрационного шокового удара и отсечь от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. На счет 3, 1, 2, 3. Мощный удар сжигает каналы, они отлетают, открывается портал галактическое ядро, каналы уходят на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Готово. Хорошо. Все забрали, каналы отбили. Так, буду тогда отпускать. Бес, готов уходить? Давно готов. Открывается внизу портал против часовой. Или ты хочешь забрать еще негативные энергии, эмоции, мысли? Хочешь? Все, что на твоей частоте, я буду это все равно выдавливать. Сейчас. Могу сейчас провести прям. И весь этот страх, весь этот гнев ты можешь с собой забрать. Хочешь? Ни один бес еще не сказал «не хочу». Я беру все, что отдашь. Слушай, тогда сюда. И выходит... Только зелень это убери. А где зелень? Ну, он имеет в виду энергию урана, чтобы там не были. Это понятно, там их не будет. И выходит эмоциональный фантом Ларисы. 1, 2, 3. И агрессии. Все это низковибрационное ирис генерированное проецируется на эмоциональном фантоме. Вкусно, вкусно, как ты рассказываешь. Хорошо, вышло все? Вышел фантом. Хорошо, забираешь это все? Давай, скорее сюда. Отправляю, перейдем. Отправляю бесу. Вкусно ты рассказываешь, нормально. Столько всего. Ну, видишь, а ты волновался. Я говорю, те, кто кооперирует, те не жалеют. Все, готов уходить, да? Это как ваш торт с кремом и шоколадом. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Ставь огненную пентаграмму. Есть. Хорошо, инзиктоид. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки. 1, 2, 3. И инзиктоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готов. Арахноид. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо, дракон, я хочу получить от тебя слово дракона, что ты больше никогда в это биополе не зайдешь. Слово дракона. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте дракона. 1, 2, 3. Дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. Ли, я еще никогда тебя из-за Греев не вызывал. Меня удивила вот эта новая их конструкция. Она играет на чувствах. То есть все чувства, которые люди испытывают, там любовь к чему-то, вот этот Грей этой голограммой пультом манипулировал, вызывая человека на страшнейшие эмоции, низкие эмоции. И они исследовали любовь. Ты посмотри, пожалуйста, как ты считаешь? Им как-то надо развиваться. Я понимаю, что это и не без вины человека тоже произошло в какой-то момент, но именно с этого момента вот у нее пошло последние 9 месяцев один за другим начали приходить после этого. Бес потом пришел. Если эта технология известна, тогда я буду уничтожать этого гуманоида, голограмма. Мы все забрали оттуда. Технологию уничтожай? Да. Кроме Греев, она никому не нужна. Его отпускай. Хорошо, все понятно.
И под этим гуманоидом голограммы открывается портал в галактическое ядро 1-2-3. Она уходит на переработку, закрывая печать и растворяй. Она говорит, я имею в виду светлую силу, никому не нужна. Конечно. Я просто думал, у них какая-то новая технология, и вы пока еще о ней не слышали. Потому что... Хорошо, все. Грей, тебе повезло сказочно сегодня. Воспринимай это как серьезное предупреждение. Все понятно? Да, ему все понятно. Отлично. Открывается. И передай в своем мире, если я еще раз столкнусь с ситуацией, когда я буду вынужден вас искать, когда мне начнут демонстрировать голограммы, когда вы уже находитесь в клетке, я это воспринимаю как личный вызов. И тогда я начинаю нервничать. А когда я начинаю нервничать, у вас начинает болеть все. Чтобы этого не случилось, сразу выходи, когда я провожу чистку. Все понятно? Значит, Ли подсказывает, напугая его, что ты притянешь их на большую тарелку. Грей, я притяну вашу большую тарелку. Где ты сейчас находишься? В этом состоянии анабиоза, или как она называется. Вот. И ты тогда уже не сможешь больше никогда проснуться. Если тебе такой вариант не нравится, никогда больше не делай того, что ты делаешь. Тебе это понятно теперь? Тогда будет вам ущерб намного серьезнее. Тогда не только ты пострадаешь, но и все, кто рядом с тобой. Все. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте Греев. 1, 2, 3. Греев. Грея. И Грей уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Там еще пульт находился в клетке, я скидываю его в галактическое ядро, открывая портал, он уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Благодарю за совет, Ли. Хорошо. Моего это напугало. Я он понимаю. Не может подставлять того, кто на тарелке. Очень интересный шаг. Благодарю тебя за такой тактический поворот. Приму к сведению. Хорошо, поехали дальше. По частотам пошли. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Есть что-то? Ну, смотри. Я не вижу оппонента, я вижу, как она с кем-то ругается. Ругань какая-то была. Хорошо, магия там есть? Нет магии. Хорошо, нет магии. Идем дальше. Значит, так, активации ничего. Хорошо. Переходим к защите. Ничего, потому что она себя сама блокирует. Она сама себя блокирует. Она не интересуется своей душой. Понятно. Соответственно, энергия никогда себя не покажет, если человек не испытывает желания с ними познакомиться и узнать, кто он есть. Здесь мы ничего сделать не можем. Переходим к защите. Создаем защитную оболочку. Готово. Хорошо. Пусть тонкая копия Ларисы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Потому что она постоянно как ворчит, что-то говорит, что-то. Где же эти моменты? Давно их не было. 680. Понимаемый уровень эмоционального состояния тонкой копии Ларисы до 680 Гц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я не совсем понял, что она говорила. А где же эти моменты? Счастливый, давно их не было. Но она постоянно что-то комментирует, говорит. Интересно, как куратор на это отреагирует. Ворчание – это чистота бесовых демонов, я сразу она говорю. Она скептически относится. А, ну если скептически... Я не понимаю, зачем тогда вообще было идти, если человек скептически... Скептицизм – это неверие. Если вы не верите в то, что мы сделали или сделали, это говорит только об уровне развития души. Хорошо, синхронизируется энергии. И вибрации гармонизируются, распределяются, усваиваются наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Мы закончили чистку. Готов. У нас еще осталось 10 вопросов к куратору. Будем вызывать куратора. Я прошу к нам в комнату диагностики прийти куратора Ларисы. Лариса сама должна намерение выразить. А, вот как. У нее не было намерения, значит, это намерение было... От ее супруга, я полагаю, да? У нее сейчас не особо оно есть. У нее есть любопытство. Нет, любопытство мы не можем работать. Соответственно, ни один куратор не придет, если у человека нет намерения. Здесь Лариса... Да. Она сама должна попросить, чтобы он пришел. Лариса, вы хотите встретиться со своим куратором и задать ему вопросы? А, да, я очень хочу. Я готовилась к этой встрече. Если вы готовились к этой встрече, тогда произнесите фразу и пригласите куратора... вашего куратора прийти к нам в комнату диагностики. Дорогой мой куратор,
Я очень хочу познакомиться с тобой. Мне необходима эта встреча для дальнейшего развития и моей жизни. Ты моя последняя надежда, пожалуйста. Отличные слова. Хорошо. Ждем. Рада. Куратор. Женщина рада. Куратор рада. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ларисы. Представьтесь, пожалуйста. Рада, вы уже сказали. Вы куратор? Рада. Да, я куратор. Мы очень рады вас приветствовать в нашей комнате диагностики. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня чистили вашу подопечную Ларису, вытащили из нее все, что там сидело. Я думаю, вы в курсе. После этого мы заметили такое слово, как скептицизм, и попытались вас вызвать. Вы не пришли. Сейчас она сама попросила об этом. Ваша подопечная, она составила 10 вопросов и хотела бы вам их задать. Именно этого мне не хватило, ее намерения. Я должна быть уверена, что определенный толчок она получила. Не только вы, уважаемая Рада, но и мы должны быть уверены перед тем, как вас вызывать. Поэтому у меня такое легкое... Мы первый раз с таким встречаемся, когда куратор не сразу приходит. И именно по этой причине, которая вполне для меня понятна. Уважаемый Рад. Каждый куратор знает, когда приходить. Когда нет. Когда ученик готов, тогда он и приходит. Все верно. Праздный интерес – это самое страшное слово в нашем деле. Уважаемая Рада, у нас 10 вопросов. Подожди, я перебью тебя. Пожалуйста. Куратор пожалуйста. Приходит и на любопытство, и на праздный интерес, но не на недоверие и скептицизм. Поэтому мне не хватило намерений. Благодарю вас за это разъяснение, уважаемая Рада. Можем начинать? Пожалуйста, начинайте. Позвольте мне сразу поприветствовать представителя Урана в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вас здесь видеть. К нам очень часто приходят представители Урана, и мы очень рады, что наша связь так великолепно работает. И вы можете достучаться до своих подопечных, а мы можем им помочь. Благодарю Итак. Вас за это, души Урана. Да. Благодарим. Душам Урана нелегко на Земле. Мы знаем, у вас есть определенные проблемы. Да, есть такие проблемы. Сущности, безусловно, ими пользуются. Я начну тогда с первого вопроса, с вашего позволения, уважаемая Рада. Пожалуйста. Первый вопрос. Кто я? Душа космическая, земная, ангельская? Душа космическая с планеты Уран. Благодарю вас. На каком уровне находится мое высшее я? На 7-м. Высшее я, 7-й уровень. Это молодая душа? Относительно, да? Не обязательно душа может быть молодая. Это уровень развития. Все верно. Благодарю вас за это пояснение. Перехожу к третьему вопросу. Количество кармических узлов. Сколько кармических узлов я выбрала и сколько прошла? 6 узлов. Прошла 4. 2 осталось. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Сколько процентов негативной энергии у меня накоплено? Твой уровень негативной энергии балансируется от 24 до 28 в зависимости от твоего настроения, отношения, раздражительности, соответственно, поступков. О, благодарю вас за это разъяснение. Я чуть-чуть объясню. Пожалуйста. Когда ты в спокойствии и гармонии, он падает до 24. Когда ты начинаешь ругаться и кричать... И делает деструктивные действия. Он поднимается до 28. На протяжении жизни он устанавливается до определенного уровня, ниже которого он не спускается. Этот уровень для тебя 24. Но на сегодняшний день баланс поднимается до 28. Пускается, поднимается. Это тревожный сигнал, с моей точки зрения, и стоит обратить на свое эмоциональное состояние, чтобы не допускать таких скачков. Позволите дальше это переходить? Это было бы неплохо, да. Мы желаем ей это. Следующий вопрос. Мы понимаем, вы куратор на эту жизнь у нее, но у нее возникли вопросы. Вот ее очень интересует, в каких странах были 3 моих последних воплощения.
Хорошо, данное воплощение вы знаете, в какой стране, я не буду озвучивать. Все понятно. Вам нужно озвучить предыдущие два, я правильно понимаю? Ну вот она пишет три последние воплощения. Если у нее сейчас последнее, третье на Земле, то значит два до этого она хочет узнать. Я посмотрю. У нее было много воплощений на других планетах, но в основном это Уран, родной дом, где ей уютно и комфортно. Хорошо. Два последних воплощения. Франция и Египет. Франция и Египет. Благодарю вас, уважаемая Рада. Это были ее вопросы касательно, где она хотела... Два предпоследних, извиняюсь. Два Это верно, правильно, это два предпоследних. А третий она сейчас проживает. Следующий вопрос ее интересует. Это шестой вопрос. У нас с мужем родственные души. С 1580 года мы снова вместе. Какую программу мы с ним выполнили в прошлой жизни, в прошлом воплощении? Прошу прощения, какую программу мы с ним не выполнили в прошлой жизни, в прошлом воплощении? Мне некомфортно, я не понимаю вопрос. Вы назвали год, говорите про прошлое воплощение. Говорите, что вы с этого года вместе. Я не понимаю вопрос. Я полагаю, вы не знаете, наверное, мы чистили ее супруга, и там была информация, что он с Ларисой уже пересекался в 1580 году. Я сейчас не могу вспомнить полностью этот сеанс, как он был, но эта цифра 1580 называлась именно в сеансе мужа. И там было сказано, что он с Ларисой жил и в прошлых жизнях, они встречали. Вот ее вопрос был связан с тем, что какую программу они не выполнили в прошлом воплощении, что они якобы в этой жизни встречаются. Но здесь какое-то противоречие в моих глазах. Я не понимаю сам. Как вы понимаете этот вопрос? Я лишь хочу уточнить для вас. 1580 год. И прошлая жизнь – это две разные жизни, правильно? 1580 год. Вопрос. О чем вопрос? О какой все-таки жизни? Хороший вопрос, вы правильно задаете. Давайте все-таки, если цифра упала, 1580 год, в который они там встретились, вот, и она хотела уточнить, какую программу они со своим супругом. Я думаю, она уже знает об этой жизни. Прочитайте вопрос. Хорошо, повторю его. У нас с мужем родственные души. С 1580 года мы снова вместе. Какую программу мы с ним не выполнили в прошлой жизни, в прошлом воплощении? Это весь вопрос. Я понимаю прошлую жизнь и прошлое воплощение. Хроники Акаши, 1872 год. Он доктор. Она болеет холерой. Какая страна? Франция. Франция. Благодарю вас. Она умерла от этой болезни? Она умерла от этой болезни. Секунда. Я лишь смотрю смысл воплощения и невыполнения программы. Так как он был доктор, он уделял много времени работе и другим пациентам, пропустив ее болезнь. И загнав ее до такого уровня, что уже невозможно было поддержать или излечить. Она умерла в 35-летнем возрасте. Он был старше ее, 42 года, когда она умерла. Все понятно. Значит, он... Делать мне вывод или сами? Не надо никаких выводов делать. Я думаю, мы не имеем права этого делать. Нам была задача эту информацию... Я говорю про вопрос. Сделайте, если вы хотите. Если это... Вывод элементарный. Нужно уделять больше времени родным людям, которых вы выбрали для прохождения этого воплощения. Вам специально дается больше отвлекающих моментов, чтобы вы смогли выбрать из сердца ядро главное.
то, куда нужно посвящать свою энергию, чтобы потом не сожалеть, а сделать все, что нужно и можно, чтобы спасти человека. Замечательный ответ, Рада. Благодарю вас за эту информацию. Здесь нечего добавлять. Если вы закончили, позволю. Я лишь хочу, чтобы мой ответ был понят и принят правильно. Доктор обязан ходить к другим больным. В вашем случае, в ваших, простите, земной жизни. Но это доктор да. Человек со своей душой, которая пришла получать свой опыт, поэтому опыт не был пройден. Много отвлекающих моментов, но главное было пропущено. Баланс был нарушен. Я закончила. Все понятно. Прям картинки шли, когда вы рассказывали. Благодарю вас, уважаемая Рада. Я перехожу, с вашего позволения, к седьмому вопросу. Моя дочь Виктория досталась мне тяжело. Половину срока беременности я лежала на сохранении. И плюс в этот период у меня было тяжелое потрясение. С чем это связано? В чем вопрос? Я сам не понимаю. Я поэтому думаю, вы сможете мне ответить на этот вопрос. Я еще раз его прочитаю. Я тоже пытаюсь понять, но я пока не вижу здесь логики. Моя дочь Виктория досталась мне тяжело. Половину срока я лежала на сохранении, и плюс в этот период у меня было тяжелое потрясение. С чем это связано? Что связано? С выбором кармического узла твоей душой. Это было ее личное решение, выбор? Это был выбор. Прохождение определенной ситуации. Мне жаль, что вывод не был сделан. Кармический узел дал душе, чтобы она прошла его и сделала выбор. Пережила ситуацию и пошла дальше. Позволите дальше продолжать? Да. Восьмой вопрос. Есть ли у меня какие-то способности к целительству? У любой души есть способности к целительству на определенном уровне развития. Твой уровень пока не достиг. Достиг. Твое развитие не достигло этого уровня, так как ты не можешь помочь себе до сегодняшнего дня. Ты не двигаешься в направлении знаний, элементарных знаний, энергии, души, вибраций, защит, связи со своей родной планетой. И использование родных энергий. За это мы вообще не говорим. Который в состоянии все излечить и защитить ее. Но для этого должен быть интерес изнутри. Я благодарю вас, Рада. Вы позволите мне дальше продолжать? Да. Девятый вопрос. Я с детства себя чувствовала нелюбимым ребенком в семье, особенно со стороны мамы. С чем это связано? С тем, чтобы у тебя было сравнение, когда ты встретишь свою родную душу. И поймешь, что такое любовь, как можно любить и быть связанным с этим человеком. По-другому ты бы не поняла ценность этих отношений. Здесь все понятно. Я благодарю вас, Рада. И у нас остался последний, десятый вопрос. Это ситуация с моим приемным сыном Романом. Встреча была давно, когда он маленьким приходил на стадион поиграть с моими собаками. И только потом, через 6 лет, я познакомилась с его папой. Наша встреча с Романом была нами запланирована? Да, была запланирована. Замечательно. В конце она выражает огромную благодарность своему куратору за эти энергии, просит вас принять ей энергию любви и благодарности за то, что вы помогли ей ответить на эти вопросы, которые ее интересовали, уважаемая Рада. Я хочу добавить. Пожалуйста. По последнему вопросу. Эта встреча была запланирована лишь в том случае, если ты начнешь сворачивать с пути. Так и случилось. Встреча была организована. Благодарю. Как интересно это все слушать, как это все сходится. Ой, замечательно. Меня всегда радуют такие информации, когда все так случается, и когда люди понимают, что случайностей в нашей жизни на самом деле не бывает.
Уважаемая Рада, мы закончили. Я благодарю вас сердечно за эту информацию, за вашу помощь, которую вы оказали. Если вы хотели, если есть в этом необходимость, активировать ее внутренний стержень, хоть это вам решать, или что-то от себя лично передать ей как совет, это был бы самый лучший момент. Я не буду активировать стержень. И как я вижу, ее душа еще не готова к этому. А активизация стержня приведет лишь к лишним интерферентам и вторжению абсолютно на эти верно. Энергии Урана. Да, так и есть. Ее стержень внутри нее. Если она будет развиваться, активизации не будет проблем. Она сама сможет активировать его. У нас, во всяком случае, так со всеми были представителями с Урана. Они все приходили, когда они уже были готовы, и куратор только уже активировал. Но, видать, там была до этого проведена какая-то работа среди этих людей, раз они подошли к этой черте, когда им можно уже активировать. А так вы абсолютно правы, этот лишний свет приведет дракона. Если человек просто не понимает, что надо защищать свои энергии, то это будет точно такая же кормушка, как мы сегодня вытащили этот зоопарк из нее. Я надеюсь, что она услышит ваши слова, начнет интересоваться. Я хочу только добавить, что куратор Рада всегда стоит на связи со своей подопечной, и она только должна научиться слышать ответы, которые она задает, если она задает вопросы. Если она не задает, не будет никаких ответов. Но связь всегда существует, вы всегда можете ей помочь, если она... Я лишь хочу добавить, пожалуйста, задавайте короткие, простые вопросы. Мы просили об этом, она переписывала вопросы 3 раза. Мы просили изменять многие вопросы, и вот, ну, вот так получилось. Уважаемая Рада, благодарю вас за это замечание. У нас есть очень добрая традиция в нашей комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, а были здесь уже со всей галактики, наверное, мы всегда преподносим один определенный подарок, который все с удовольствием берут. От первородных душ до представителей Урана. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. Мы спрашиваем разрешения куратора Рады передать этот скромный подарок в знак благодарности за эту встречу сегодняшнюю и за ее помощь. Я благодарю. Мне очень нравится этот подарок. Я помню, это с прошлой жизни на Земле. Это прекрасный аромат. Замечательно. Я очень рад. Я бы даже сказала букет ароматов. Благодарю вас, Рада, за эту встречу. Я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Возможно, все изменится, и ваша подопечная Лариса продвинется в своем развитии и захочет встретиться со своим высшим «Я», может быть, какие-то вопросы задать на каком-то этапе, мы обязательно пригласим вас на эту встречу. Я лишь хочу сказать, что все не зря. Все не зря в каком смысле, простите? Это было в каком-то контексте сказано? Или происходит не зря? Дай мне подумать. Пожалуйста. Наши встречи не зря. К нам случайные люди не попадают. Все, что случается, случается не зря. Раз мы сегодня встретились, значит, пришло время для этого. Пришло время проснуться. Пусть услышит Лариса слова своего куратора Рады. И если она будет в состоянии, она всегда сможет с вами выйти на связь. А ваше имя она знает, но для этого надо, конечно, поработать над собой, над медитацией и другими техниками. Я ее услышу, услышит ли она меня. Вот. В этом вопрос. В этом на вопрос. На сегодняшний день. Абсолютно верно, уважаемая Рада. Благодарю вас за эту информацию, за вашу помощь. Благодарю за эту связь. Благодарю вас. Передавайте привет Урану от нас. Мы очень рады. Всем представителям Урана, кому мы сможем помочь, мы всем поможем. Прощайте. Всего доброго. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Мы обращаемся к Ларисе. Лариса, у вас встреча с куратором только что состоялась. Как вы ее прокомментируете? Как вы себя чувствуете? Мне очень понравилась эта женщина. Это ваш куратор, вы сами себе его выбирали перед этим воплощением. Это ваш должен быть очень хороший близкий друг с Урана, который за вами присматривает на Земле. И примите все эти слова, которые она сказала, она абсолютно права.
Мы закончили, будем возвращать вас назад, ваш биоробот, для того, чтобы все энергии усвоились на физическом плане. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Ларисы в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Я лишь хочу добавить, у нее куратор рыжие волосы длинные, и она была в зеленом таком изумрудном платье. Длинном, да? Длинном, да. Я вижу, да, стройная. Хорошо. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Подожди, сгармонизируй. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Все энергии переходят на физический план. Ей очень подойдут медитации и дыхательные упражнения. Хорошо, передадим эту информацию Ларисе от куратора. Дыхательные упражнения и медитация. Начните с этого. Как только вы достигнете состояния безмыслия, вы уже на правильном пути. На месте.